Всем привет, меня зовут Кристина и добро пожаловать на мой канал. На моем канале уже вышло видео тест моих баз на жесткость, но сегодня мы будем проверять с вами гели. Обязательно подписывайтесь на мой инстаграм для того, чтобы не пропускать новые интересные видео. Вот такие гели сегодня ждут нас на обзоре. Рассмотрим билдер гель от TNL номер 12, камуфлирующий бледно-розовый. Очень часто я его раньше использовала, сейчас не так часто. У него приятный такой бледно-розовый цвет, он должен быть достаточно такой жесткий. Я им укрепляла свои ноготочки, очень нежный дизайн у меня получался. Тянется, хорошо выравнивается, очень даже хорошо тянется. Нанесем его и также все это проверим. Нанесу я немножко потолще, чтобы проверить именно жесткость геля, потому что, ну, раз это гель, значит, им можно и наращивать. Но я этим не очень люблю заниматься, обычно я наращиваю полигелем. Так, гель от Яяш, билдер гель номер 5, у меня прозрачный, объем 10 мл. Люблю этот гель, видела на канале Анны Хоменко и спросила у нее, подойдет ли он для использования как база. Она мне сказала, что да, подойдет, но лучше взять вот в такой баночке, а не, ну, в такой, знаете, большой, что этот лучше подходит. Ну, не знаю, если вы пользовались, пишите, я, может быть, закажу себе ту баночку, вот уже большую. Тянется очень хорошо. Прозрачный мне гель нравится, он достаточно универсальный. Когда у меня началась проблема с ноготками, что плохо начало носиться, они стали мягкие, я решила, что, может быть, мне поукреплять их гелем. Но возиться с гелем, который там гель желе, еще на себе, в общем-то, не очень удобно. Поэтому я выбрала вот такой гель, который хорошо самовыравнивается. Нанесу сейчас еще. Прозрачный гель вообще никак не пахнет. Дальше у меня от ткани, честно, ни разу этим не пользовалась. Написано здесь, что это полигель номер 854, натуральный розовый. Честно, не пользовалась им ни разу, он у меня есть на типсе. Я хочу сделать из него замес и сделать его пожиже. Если вам интересен замес, ну, чтобы я сделала его с вами на канале, то пишите, я сделаю. Вот, посмотрите, он такого цвета. Но он какой-то непонятный. Это вообще не полигель, как мне кажется, а такое что-то между гелем и полигелем. Потому что вот апельсиновая палочка, смоченная в обезжириватель. Когда я его только купила, я пыталась разровнять его обычной кисточкой. У меня вообще ничего не получилось. И мне недавно пришла в голову идея попробовать апельсиновой палочкой, либо кистью, которая смочена в обезжириватель. Ну вот, как-то так. Ничего не могу больше про него сказать, хочу сделать пожиже и, может быть, добавить каких-нибудь блесточек. Ну, ничего не знаю. Далее у нас вот такая фирма IBC CNDS, полигель с AliExpress, объем 30 мл, розовый цвет, информация сзади на флакончике, здесь вот у меня наклеено, здесь нет. Так, посмотрим его, розовый цвет достаточно туго вылазит из тюбика. Сейчас я как-нибудь постараюсь его уложить с помощью апельсиновой палочки. Апельсиновую палочку я всегда смачиваю в обезжириватели, когда работаю на себе либо на клиентах. И вот такими движениями аккуратненько его разравниваю. Не буду делать тут слишком красиво, нам же главное увидеть результат. Но мой любимый — это вот такой цвет телесный, вся такая же исходная информация. Я как-то его люблю больше, мне кажется, что он немножко пожиже и проще разравнивается, но, может быть, я ошибаюсь. Мне кажется, он даже из тюбика идет как-то полегче. Девочки, я не знаю, это мое личное мнение. Возможно, они даже одинаковые, и мне просто как-то приглянулся этот больше. Ну, хотя у меня была такая ситуация, когда я делала себе розовый и делала такой телесный. И розовый почему-то на мне плохо относился, а телесный вроде как хорошо. Вот, поэтому я теперь пользуюсь телесным. Хотя розовым пользовалась на клиентах, все было хорошо.
У меня немного почему-то стал барахлить мой штатив, поэтому камера шевелится и фокус пропадает. Далее поликель от Girl to Girl, объем 30 мл, он прозрачный, исходная информация сзади на бутыльке, на тюбике. Вот его я тоже очень люблю, прозрачный, в меру зернистый. Я вот прозрачкой люблю наращивать на себе, потому что, ну не знаю, мне как-то удобнее им, что ли. Он не так быстро падает, как гель. Хорошо разравнивается. Вот, посмотрите, у нас 6 красивых достаточно цветов, не похожих друг на друга. Вот, вот этот цвет, скин от IBC CNDS у вас достаточно такой желтый, у меня он... Ну, бежево-персиковый, я бы сказала. Отправляю на просушку на 30 секунд. Если не просохнет, поставлю еще. Прошло у нас 30 секунд. Проверяем, как просохло. Ну, вроде бы... Вот, смотрите, от ткани не просох. Сразу вылезла у меня консистенция. Ну, вот здесь вроде бы просохло. Ну, вот сейчас я еще досушу от ткани. Наверное, вот так вот загну, для того, чтобы у меня просохло именно с этой стороны. Не знаю, как я буду пользоваться им, ну, как бы на ручках. Я как-то один раз попробовала, он очень плохо разравнивается, и мне не понравилось. Но, может быть, я тогда была как-то неопытна, и никак у меня ничего не получалось. Если сейчас получится, будет очень хорошо. Если вам интересно, как я буду его тестировать, пишите в комментариях, обязательно засниму видео. Ну и теперь давайте проверять. От TNL гель, он достаточно твердый, я уже это чувствую. Ой-ой-ой, мне кажется, я вообще его не смогу согнуть. Девочки, я не могу его согнуть, даже попытаться хотя бы чуть-чуть, вот только чуть-чуть его совсем согнула. Больше не могу, значит, он жесткий. Попытаюсь его сломать, если у меня получится. Вот он треснул, но до конца не сломался. То есть это прямо жесткий билдер гель. Мне очень много усилий нужно, чтобы его сломать. Далее гель от Яяш, прозрачный, мой любимый. Очень хорошо самовыравнивается. Он как будто, когда его наносишь на ручки, начинает как бы таять и хорошо разравнивается. Я даже не знаю, может быть, мне их об стол попробовать загибать, потому что я прям вообще не могу его согнуть. Вот где часть потоньше, еще чуть-чуть совсем сгибается, а это прям совсем не могу, девочки, вообще никак. Вот как-то так я его согнула. И на этом все, ладно, не буду себя мучить, он не сгибается, уж очень жесткий гель. Так, что у нас тут от ткани? Проверим. Вот он тоже жесткий, не сгибается, вообще не сгибается. Чуть-чуть я его согнула, и все. Ну, как бы я и так и ожидала, что у меня гели будут плохо сгибаться. Ну, это же гели у нас для моделирования. Так, это у нас полигель, он вообще жесткий. Я не могу даже чуть-чуть я его не согнула. Далее у нас еще один полигель от IBC CNDS. Вообще не сгибается. Ну, в общем, я советую вам эти полигели. Они совсем, вы знаете, когда наращиваем, у нас падают полигели вниз, и их перед просушкой нужно приподнять. Вот они совсем немножко падают. Ну, то есть для наращивания они очень удобны. Ну, и этот я также не смогла согнуть. Вот такие цвета были сегодня у меня на обзоре. Ну, скоро выйдет видео про обзор моих топов, и также, если нужно, покажу еще свои праймеры и обезжириватели. Ну, а если вам было полезно и интересно это видео, ставьте лайк, нажимайте на колокольчик, подписывайтесь на мой канал, обязательно подписывайтесь на мой инстаграм, в котором много полезной информации, пишите свои комментарии. До новых видео! Пока-пока!